Добрый день. Хочу рассказать о преимуществах пропорционального управления Лего. Я собрал такую конструкцию, она состоит из стандартного серого мотора, приемника, батарейного блока и вот стандартное управление Лего. Его управляю серым мотором. Как только я нажимаю на пульте кнопку, серомотор отклоняется 90 градусов. Хорошо. Он возвращается в центральное положение нулевое, но можно управлять им лучше. Так выглядит центральная процессорная плата моего блока управления. Она позволяет обслуживать 4 датчика, выдает сигнал на один инфракрасный канал. У нее много настроек, питается она до 2 пальчиковых батарей. И вообще говоря, она будет предназначена для интеграции в конструкцию Лего. Ну, пока я ее не собирал окончательно, пока она так вот временно собирается, чтобы я мог все-таки померить что-то осциллографом, полазить по ней. Ну вот, будет выглядеть она примерно так после окончательной сборки. Для сбора данных у меня вот такие датчики предусмотрены. Они интегрируются в конструктив Лего. То есть у них шпильки есть, они подходят для интеграции в Лего, и ось у них тут устанавливается. Ну, сейчас я это продемонстрирую. Сейчас дополним датчик вот такими вот трешечками. Теперь шпильками. И попробуем его вот так вот установить сюда. Так получилось, ну возьмем в качестве органа управления вот такую штучку. Отлично. Теперь надо подключить его к основному блоку. Так, вот сюда. В качестве источника сигнала у меня вот такие. Такой модуль используется, он уже проклеен по кругу и вот так законченно выглядит. Тоже он интегрируется в конструктив Лего, 2 диода. Можно куда угодно приткнуть, например, сюда вот конструкцию моего приткнем. И тоже выход прекрасного диода. Так, ну попробуем теперь включить устройство. Вот, плата включилась. Собственно, на видео видно, что диоды уже выдают команду управления и мерцают. Попробуем, как у нас тут происходит все. Опа. Сервопривод отслеживает движение органа управления. Ну, надо сказать, что могут быть разные ситуации. В пульте предусмотрен ряд настроек. Например, хотелось бы, чтобы у нас расход органа управления был ограничен. Ну, например, таких вот положений, да, крайние положения органа управления. Можно это настроить. Заходим в настроечки и, значит, выставляем центральное положение, первое крайнее положение и второе крайнее положение. Вот система приняла новую установку, теперь вот четко видно, у нас сервопривод следит за положением органа управления. Теперь, если нам надо, например, немножко изменить конфигурацию, допустим, мы хотим, чтобы сервопривод был ограничен по ходу, можно это сделать. Вот, собственно, выставляем насколько, например, вот настолько, на четвертое положение. Вот теперь у нас, соответственно, при полном ходе орган управления сервопривод несколько ограничен. Или нам, допустим, нужно инвертировать. Тоже это можно сделать. Оп. Теперь у нас все наоборот. Вот так.